Всем привет, ребят! Ну что, открылся архидемон на английском сервере. Он открылся еще вроде вчера, но я вчера стримил, было не до этого. Сегодня мы попробуем с вами потестировать две сборочки. Хочу сделать такой тестик. У нас архидемон призывает монстров, урон по зоне, иммунитет к разбросу. Вот так вот. Команда у нас будет стандартная, но два интересных, я думаю, теста будет. Соберем первый по стандарту. Ведьма. Думаю, так, давайте будем. Запутался. Надо стартовать с укротителя. Укротитель. У нас будет идти тыква. Тыка. Ведьма. Стрелок. Стрелок. И космо. Вот такая вот у нас будет пачка. Ну, космо лучше, чем огник, потому что у космо паралич намного дольше держится. Так. Меняем здесь. Так, у нас с музычкой, надеюсь, на записи все нормально. Так, окей. Здесь мы это сделали. Поехали. Первый тест у нас будут эмблемы Бравлера. Сейчас я их пособираю по героям, потому что я их пораскидывал бы. Бегали на атаке фортов. Так, на стрелке уже есть. Так, давайте так будем смотреть. Химка собрана. Уже можно, в принципе, по героям смотреть. Укротитель. Собран. Второй герой. Ведьма. Есть. Ведьма у нас с чикабумом. Тыковка. Четвертый герой. Так, у нас эти все заняты. Поставим на нее панчбокса. Если только проверю, у меня, по-моему, стрелок. Можно от стана попробовать сюда. У меня, правда, на отхил никого нет, поэтому поставим, скорее всего, сейчас сюда вот так вот. Или даже не его, а поставим вот его. Так, окей, есть. И на космо. Да, на космо у нас чарка немножко не та. Сделаем. И на космос сейчас уберем чарку, поставим обратно пиромага. Все. Все герои 30 уровня, максималка, то есть больше вы не выжмете с них. Поехали. Все собраны, все проверены. Стартуем. Вот единственное, что может быть стан, да, там нас немножко притормозить, потому что у него урон по зоне, но благодаря 30-м прорывам можно было даже, в принципе, сюда и не ставить того же оленя.
оленя, потому что он бессмысленный на 30-х прорывах. У меня, в принципе, жизни хватит. Должно хватить. Сейчас посмотрим, что у нас получится. секунды, то есть я равняюсь по скорости убийства, скажем так, первого демона, то есть мы там 2-3 секунды, мы должны 5 где-то и 3 набить, возможно, ну все как дальше зайдет, конечно, но разгон, как видите, нормальный. За 5 однозначно мы зайдем, второй демон это где-то 46 секунд обычно по стандарту, вот так оно у нас и есть. Вот видите, немножко замедлились. Ну, рандомчик, здесь все рандомчик. Если брать сюда огника, ну вот этот состав это бездонатный, он получше даже, чем огник. Так, 3. Притырочку идем. секунд. Сейчас посмотрим, сколько у нас уйдет времени. Как-то странно очень пробивают. Да, по времени что-то пошло не так. Вообще впритык. 1 секунда. Я что-то ожидал все-таки получше результата. Такс. Вот так вот. Вот такой вот результат. Ну, видите, ребята, на пару секунд даже быстрее. Ну, тут еще может быть вариант разгона. Это мы протестим на другом аккаунте. Я хочу на других аккаунтах потестировать. А у нас здесь будет тест еще очень интересный. Я вам показал такой состав с эмблемами смотрителя. А сейчас я хочу вернуть старый наш талантик замедление. У меня здесь есть немножко замедления. Вот есть как раз 5 штук. Замедление поставим сюда. То есть мы ничего не меняем, просто ставим замедление. Такой попробовать состав. Так, тыковку я пока не трогаю. Когда-то оно было реально очень крутое. Посмотреть, что же сейчас. Это 9-е замедление плюс раскол. Так, тыкву не трогаю. Стрелок. Сколько оно сможет максимум набить? 8. Так, я не знаю, мне там хватит еще на одну. Отлично. И на стрелка вцепим. Как раз ровненько получается. Выговорю на стрелка, на тыковку. То есть 6 на 6.
Посмотрим, какая будет разница. Ведь здесь идет шанс, а там, скажем так, там дополнительный стабильный урон. Но вот это предыдущие наши результаты, интересно посмотреть. Тоже все-таки получится. Поехали, тот же самый старт у нас. Стартуем с укротителя. Да, немножко плохой старт, да, получился. Или нормально, сейчас посмотрим по первому демону. Но тут явно результат будет в разы меньше, потому что здесь, даже на первом демоне, мы сейчас увидим, здесь нет доп. Удара. Здесь есть шанс 50%, вроде казалось бы крутой шанс, но раньше мы так били. Вот уже 23, видите, мы уже не догоняем. Если у нас там было 23 секунды, у нас был переход. Получается, мы где-то 7-8 секунд теряем здесь за счет вот этого шанса. То есть уже явно, что замедление, конечно, классно. Если вы без донат, для вас любой талант будет хорош. Потому что собрать вот эти эмблемы тоже печально сложно. Но они падают уже, как бы проблемы нет. Оно будет в любом случае лучше, чем замедление, там доп. Удар. То есть это стабильно 100%. А здесь идет шанс нанести дополнительный урон. Поэтому, как видите, сейчас результат будет, я думаю, даже 4, наверное, не добьем с таким темпом. Вот половина, мы только 2 убили. Ну, 4 где-то так вариант. То есть, получается, вы теряете одного архидемона, если брать одинаковые, скажем так, прокачки. Я еще потестирую без прорывов, соберу таких же героев, постараюсь, правда, там по питомцам. Непонятно, что надо будет посмотреть. Но постараюсь по максимуму собрать и затестить. Да, разница, конечно. Но раньше так били. Раньше 4 это было вообще потолок, кайф. Хотелось бы, конечно, вот, чтобы сняли ограничения эти, потому что реально с ними просто печаль. Чтобы можно было хоть что-то придумать, посмотреть, потестировать, а так получается и ни туда, и ни сюда. Все по шаблону стандартное, нету интереса никакого. Ну, посмотрите, неплохо. Даже такой результат, то есть тест раскола и замедления все равно лучше, чем просто без этого. То есть для без доната такой вариант тоже очень отличный. Конечно, разница существенна, но даже 4 убили, 4,5 где-то будет. Даже больше, чем я предполагал. 4, почти 4,5. Не дотянули 100 миллионов. Что у нас получается? Не больше. Миллиард не дотянули. В общем, вот так вот, ребятушки. Такой вот состав. То есть, как видите, замедление. Еще сделаю один тест интересный. Замедление уже, к сожалению, не то. Но для бездоната это как вариант. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.